4К60. Где стикс? OnePlus 9 Pro. Отлично. А теперь поворот. От поворота в поворот. Да? Мы поворачиваем резко, ну и плавно. Если более медленнее, сейчас номер точним, 4,8 ром. Отлично, короче, пишет OnePlus 9 Pro. Все хочу сказать 8 Pro. Блин, на языке у меня. Да писал нормально 8 Pro год назад. Я его продал. А теперь вот пишу на 9 Pro. Купил, приобрел, в общем, на 256 гигабайт памяти. Смартфон OnePlus 9 Pro. Уже вышел 10 Pro, но он хуже. 10 Pro этого года, 22-го, 9 Pro 21-го года выпуска. И что могу по нему сказать еще? Что очень классный. Просто берите и не пожалеете. Лучше там всяких, не знаю. Но по видео я не знаю. Они на одном уровне, на один уровень уже вышел с айфоном. Вот этот аппарат. И пишет видео, ну не хуже айфона, а если не лучше даже в некоторых местах. Но в приближении точно лучше. Смотрите, как он может приближать и как все видно на этот телефон мой. Вон, это же далеко, 300 метров, 400 даже. Окна эти, все видно. Абсолютно все. Так что берите, не пожалеете. Стоит он сейчас недорого. Он вышел на старте продаж за 80 тысяч. Но сейчас цена упала до 55. 55 тысяч рублей. Ну, я считаю, это за такой телефон это стоит того. На этом пока все, прервусь. Всем добра и мира, не болейте. Болеть сейчас нельзя в наше время. Теперь он не опередит. Видите, как он сравнялся со мною. На этом пока все. Круглюсь, торможусь.